Добрый день, дорогие друзья, рад вас приветствовать на моем канале. Сегодня мы посмотрим такую игру, как Scrap Mechanic. Я наткнулся на нее случайно, вот, но увидев эту игру, я сказал вау, я решил показать вам. Давайте начнем новую игру. Создадим мир, допустим, там, да-да-да. Создать. Так, вот мы создали, скажем так, свой новый мир, да. Вот, наша карта. На самом деле, игра очень-очень сильно похожа на Space Engineers, да. Кто играл, я думаю, меня поймет. Вот, игра, честно говоря, возможности просто аховские. Давайте просто сейчас выберем себе территорию, где нам будет удобнее строить. Вот, все ограничивается только, так сказать, фантазией, да, игрока. Но на самом деле тут сделать можно очень-очень-очень-при-очень много. Давайте выберем более-менее ровно какую-нибудь поверхность. Давайте вот здесь, почему бы и нет. Так, первоначально мы, наверное, сделаем какой-нибудь автомобиль, да, чтобы нам можно было покататься. Так, для этого нам нужен подъемник. Устанавливаем его так. И уже на самом подъемнике мы можем уже делать наш объект, да, который у нас будет ездить, прыгать или плавать, или не знаю, что еще. Ну, в данном случае у нас будет автомобиль, да. Сделаем платформочку такую. Ну, еще чуть-чуть. Так, хорошо. Ну, первым делом надо кресло будет, да, на котором мы будем управлять автомобилем нашим. Ну, давайте вот так вот поставим. Немножко она у нас неровная получается. Давайте мы уберем вот это вот. Оп, чтобы у нас ровненько все было. Так, хорошо. Дальше. Ну, нам, естественно, необходим двигатель. Давайте его поставим. Можно даже впритык. Почему бы и нет. Так, двигатель у нас есть. Дальше. Нам, естественно, нужны колеса. Поэтому поднимаем нашу платформу так. И поступаем следующим образом. Так, наверное, немножко мы ее увеличим сзади. Вот как-то вот так, наверное, будет это все. И чуть-чуть спереди. Вот так вот. Так, ну, в принципе, наверное, пойдет. Так, дальше. Что мы делаем дальше? Ну, естественно, нам нужны колеса, да? Колеса у нас есть, и есть у нас еще подшипник, да, как так сказать. Я не знаю, как он правильно называется, на самом деле, не смотрел. Давайте посмотрим, как он называется. Да, так и есть, получается, это у нас есть подшипник, да? Хорошо. Так. С чего ж начнем, да, с наших колес. Ну, я не думаю, что стоит так близко ставить. Давайте немножко удлиним, да. Давайте вот тут поставим. Так. Теперь равномерно сделаем с другой стороны. Так, есть такое дело, да. Дальше. Наши, получается, колеса должны вращаться, естественно, да. А задние у нас... Нас должны двигать вперед, скажем так, да. Давайте немножко еще выше подымем. Так, соответственно, у нас здесь, давайте, будет три, да, штучки. Будет подшипник наш и колесо. Отлично. Так, теперь здесь. Раз, два, три. Так, и колесико. Отлично, так. Задняя часть у нас, скажем так, готова, да. Но передняя у нас потребует, скажем так, чтобы мы могли управлять машиной, чтобы она не крутились вправо и влево еще, да. Соответственно, нам понадобится вот здесь вот подшипничек. Так. И здесь опять же, да, блоки ставим. Два. Сколько у нас? Три, да, получается. И здесь раз, два, три. И опять же здесь ставим для колесиков наших. Так. Ну и в принципе и все. Данная машина готова к эксплуатации. Так, единственный момент. Перед тем, как нам это все дело запустить, нам необходимо это все подключить, да, между собой. Соответственно, руль у нас идет. Это колеса наши, да, которыми мы будем управлять.
Хорошо. А двигатель мы подключаем непосредственно к задним колесам. Так. Вот, но это еще не все. Нам необходимо настроить сам двигатель, поставить ему какую-то мощность. На самую максимальную не советовал, потому что двигатель довольно мощный. Давайте поставим где-нибудь вот так. Так. В принципе, мы, наверное, готовы ехать. Ну-ка попробуем. А, нам же надо подъемник убрать. О, тихо, тихо. Куда он сам поехал? Куда? Эй, 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 эй! Стой, 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 стой. Тихо. Да куда он едет? Блин. Так, ладно. Сейчас мы его успокоим. Тихо. А чего он поехал без нашего разрешения? Не понял. Может быть, надо к рулю двигатель еще? Я уже боюсь. О, все, тишина, ура. Так. Ну что, попробуем? Что-то у нас как-то... Как-то они в разные стороны крутятся. Так. Надо исправлять. Так, возможно... У нас еще есть направление колес также, да? Возможно, необходимо поменять. У нас получается одно колесо крутится в одну сторону, другое в другую. Так. Так, здесь у нас аналогичная история. Ну-ка попробуем сейчас. Что-то не как-то это... Непонятно. Так, ну так-то они ровно вроде стоят. Все равно они как-то не так крутятся. Ладно, вперед-назад. Ясно. Кнопки у нас тоже неправильно стоят, окей. Пока мы не поедем, ничего не будет. Так, и здесь переключаем. Так. А здесь получается, что у нас? Наоборот, что ли? Ну, как-то так. Как-то так, короче. Так, а чего не это самое? У нас так... Воу-ху-ху-ху! Задняя скорость работает. У нас что-то с колесами не так. Это 100%. Хо-хо-хо. Так, я понял, в чем у нас, в чем причина. Мы неправильно сделали. Нам надо именно поворот колес делать. А мы на сами колес. Вот, теперь у нас все должно получиться. Ну-ка. О, все. Только они не в ту сторону крутятся. У нас реверсное движение получилось. Но, тем не менее, все едет. Ну-ка. Попытка, последняя попытка. Так. Если так, допустим. Ой, я ж не то сделал. Нам надо вот эти были, да, поменять. Ну-ка. Так, а то у нас колесо получается тоже не туда. Вот. О, все. Теперь наша машина работает как надо. Ну и, соответственно, мы можем покататься, да? На ней. Да, двигатель довольно мощный. В принципе, я думаю, что даже немножко можно мощи убрать. Давайте сделаем. Ну, пускай вот так. Нет, давайте чуть-чуть меньше. Что-то сильно резво. Ну-ка. Не, ну так он вообще не едет. Мне так не интересно. Давайте вот на эту. Так. О! Самое то. И вот такой у нас автомобиль получился. Ух ты, все равно. Все равно заносит, да? Так. Ну, в принципе, мы могли поставить другие колеса, да? У нас есть. Маленькие вот такие колесико, есть чуть побольше. Может, давайте проэкспериментируем. Давайте попробуем. Так. Может быть, управляемость станет получше. Так. Нет, нам надо поднять игру, да? О, вот это я понимаю. Это, кстати, можно трактор сделать, да? Допустим, спереди маленькие колесики, а сзади большие. Так, а, так, по настройке у нас. Ну, я надеюсь, все таки осталось. Ну-ка. Да, настройка осталась колес. О! О, прикольнее. Прикольно стало. Так. Давайте мощи добавим. Ну, вот так, допустим.
Так, ну-ка, поехали. О, вот это уже верю. Ух ты, блин. Не, все-таки мои мощи крутовато. Мощи крутовато, да. Перевернули мы нашу машинку. Ладно, давайте с машиной пока отстанем от машины. Ну вот, в принципе, вот такой автомобиль, да. Конечно, его можно усовершенствовать, там поставить различные прибамбасы на него. Можно вот, я так понимаю, всякие стабилизаторы, пружинки и тому подобное, да. Фонарики. Выбор, благо, здесь большой. Вот, но помимо того, что можно ездить, соответственно, у нас игра предусматривает то, что можно и летать. Поэтому давайте-ка мы сделаем что-нибудь такое, что у нас полетит. Так, опять же, да, начинаем с того, что у нас будет платформа. Я не знаю, как это у нас все полетит, но... Ну, попробуем. Попытка не пытка, да? Так. Так, ну, хватит нам такой вот платформы. Здесь немножко, да, увеличить надо. Хорошо. Так. Ну, вроде как бы ровненько, да, получается. Так, хорошо. Соответственно, мы тоже ставим кресло. Так, вот у нас будет кресло для полетов. Ну, можешь что-нибудь такое добавить, такое, не знаю. Давайте вот так вот сделаем. Вот так вот. Чтобы как-то покрасивевше это было все. Так, и для полета мы используем уже не двигатель, да, а вот в данном случае такой реактивный двигатель. Так, куда нам его прибомбасить? Давайте сюда поставим. Так, и ставим движки, да. Соответственно, тоже ими можно управлять, но нам хотя бы для начала хотя бы взлететь. Никто, про управлять пока никто не говорит. Так, дальше. Давайте мы это все подключим, дело. Надеюсь, у нас все это полетит. Так, хорошо. Есть такое дело. Так. Ай, блин, мы же забыли эту фигню убрать. Так, ну что, пробуем? Ух ты! Она летает. Это уже хорошо. Это уже хорошо. Так, ну надо же как-то это все дело, чтобы регулировалось еще как-то, не знаю. Так, а как это можно нам сделать? Если мы поставим еще вот так. Вправо-влево, допустим. Сможем мы каким-то образом вообще управлять нашей конструкцией? Так. Ну-ка. Ух ты. Неудачно опять, да? Не, надо попробовать все-таки выжать максимально. А, хорошо, а если мы... Так, у меня есть идейка. А если мы еще добавим? Так. У нас получается... зад заносит, да? Назад, сюда. Ну-ка, если мы вот таким вот образом. Ну, это все надо, как говорится, тренироваться, да? Видео достаточно, в принципе, по этой игре. Поэтому можно подсмотреть, если что. Оха! Вот как-то так. Вот такой у нас самолетик. Да, ну, чтоб, я так понимаю, чтобы нормальный корабль нам построить, нам надо будет помучиться, да? Хорошо, давайте сделаем немножко по-другому, по-хитрому. Так, поднимаем нашу платформу. Если мы максимально сейчас понапихаем сюда... Так, двигатель убрать. Понапихаем сюда движков. Как далеко мы в космос можем улететь? Будет просто реактивная, реактивная штука. Так, ай, блин, у нас тут немножко... А, нет, тут помещается все отлично. Так, теперь это надо все дело подключить будет. Так, хорошо. Теперь надо все подключить. Окей. Так. Так, все, не все. Вроде бы еще где-то, да? Нет? Ой, вот этот же, по-моему, не подключен. Так, здесь все, так, хорошо. Давайте здесь. Это будет просто вау. Я уже чувствую. Так, хорошо, здесь есть.
Так, здесь у нас какие-то были подключены. Ну, не все, по-моему. Так. Соответственно, здесь, да? Я уже представляю, как мы улетим. Так, ну вроде бы все. Если я... Вроде бы все. Так. Наше реактивное кресло такое, да? Так, ну что, все готовы? Раз, два, три. Ух ты, ё-моё! Я знал, что это будет круто, но не настолько. Так, хорошо. Но нам все равно какой-то, я не знаю, нам не хватает... Не хватает... Давайте хоть какую-то кабину сделаем, что ли, не знаю. Может, она как-то будет получше. Типа вот такого что-нибудь. Утяжелим немножко, да, её? Так. Нет, нет, не так. Вот так. Оп. Так, хорошо. Интересно, как она будет, получается, реагировать на это утяжеление, да? А здесь, допустим, оставим так же, да? Не будем ничего менять. Так. Ну-ка. Ну и раз, два, три. Она все равно ее назад подкидывает. Ну, мы почти приземлились, кстати. Практически удачно. Так, хорошо. Ой-ой-ой. Нечаянно дырочку сделали. Мы ее, в принципе, ее кидают назад, поэтому можно что-нибудь... Так, ее подкидывают в эту сторону. Значит, надо здесь утяжелить, да, немножко. Давайте попробуем. Так. Дайте запрыгнуть. Гады. Хорошо, давайте просто вот так вот. Неужели она так ее кинет? Не может же быть такого. Бумс такой. Ну-ка. Вау. Вот это перебор уже. Так, уже успехи есть, да? Но переборщили мы немножко. Надо найти, так сказать, баланс. Баланс. Убрали мы. Наверное, все-таки надо одно. Так. Попробуем сейчас. Все равно вперед укидает. Да, игра, конечно, вообще супер. Кстати, она поддерживает мультиплеер. Можно играть не только одному, да, но и с друзьями. Поэтому, я думаю, будущее у данной игры очень даже неплохое. Давайте еще уберем. Так. И еще одну. Так, ну вот такой у нас козырек будет. Ну-ка попробуем. О! Полетели! Ну вот мы, в принципе, в космосе. Дорогие, а что это колбасит так? Теперь мы падаем вниз. Тупо падаем вниз. Мы нашли баланс, да, именно для взлета. Но для управления, я так понимаю, чтобы сделать какой-то самолетик, надо немножко по-другому это все конструировать. Сейчас мы грымкаемся об землю. Хотя мы можем взлететь. А смотрите, мы можем плавно сесть, в принципе. Это у нас уже как космический корабль какой-то даже. Не управляем, правда. Но тем не менее. Мы летаем. Дорогие друзья, мы летаем. И это здорово. Вот. Ёлка. Вот ёлка нам все испортила. Ну-ка сядь. А чё он как-то это? Надо... Ну, ладно. Ну, самое главное, что мы приземлились, да, все живы, но... Управляемости, конечно, данному кораблю не хватает однозначно, да. Вот, ну, в принципе, я показал такие маленькие, совсем маленькие возможности. То, что... представляет из себя игра. На самом деле там просто можно такие воплотить, как сказать, проекты, да, именно в жизнь. Там
просто невероятный проект, да, либо было, ну, лишь бы была фантазия, вот, также помощь друга, да, где-то вдвоем можно посоветоваться поиграть. Можно сделать просто невероятно. Я видел видео, ребята делали карусели там, и различные горки, и потом самолеты и тому подобное. Поэтому в плане возможностей игра очень-очень-очень богата. Вот. Хотя у нас она находится в раннем доступе, да, еще много чего добавят. У нас, в принципе, сейчас выбор невелик, но хотя уже из этого можно сделать офигительные вещи, которые будут радовать и вас, да, и, так сказать, вашего друга, с которым вы вместе играете, и наслаждаться данной игрой. Поэтому я бы вам посоветовал, честно, купить данную игру, вот, что и сделаю сам. Все, а я говорю спасибо, что смотрели, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!